ребята, я все-таки застал, можно сказать, папу, который моется. Вот так. Правильно делает. Молодец. Хвост работает. День просто прекрасный. Хорошо, что я взял. Вот так, ребята, надо умываться. Не захотел плыть на меня. У них тоже маленький туалет. Следующий пошел мыть, а вон там у нас черепашка, ребятки. А, черепашка. Это, наверное, хромой здесь. А он вылез. Черепашка балдеет. Ну, ребятки. Лебедь пошел разбираться с этими товарищами. И он сейчас вам даст. Но он не забирается за их территорию. Черепашка его не волнует. Лебедь на границе, граница на замке. Тема золотую рыбку. Лебедь зашел на территорию. Лебедь зашел на территорию гусей. Ну не может же он просто так, забравшись, туда уйти. Это сухопутная битва, ребята. Кто там скажет? Птицы не воюют, воюют. Вот у нас черепаха спокойная. А вот этот лебедь-защитник. Так, ребята, идет вторая атака. Или защита, не знаю, как это лучше назвать. Но он недоволен. Ну что, выход на берег у меня не получился. Ребята, он выходит на берег. Моряк развалочку сошел на берег, как будто он открыл 500 Америк, ну не 500, то 5, по крайней мере.
сегодня у меня какой-то агрессивный день, ребята. А он успокоился. Так. А ну на воде мы с вами разберемся, ребята. Его задача выгнать их на воду. Недовольны. Птеродактиль тоже на мусорном ящике подвернулись. Все, мы на земле. Ха. Это все еще продолжается. Молодец. Победил. И куда вы пошли? Ну, они пошли отвлекать. Ну что, пускай идет. Теперь нужно и помыться еще разочек. Так, наблюдение. Да. Оба-на, вот так. Ну что, учись. Учись, студент. Ребята, отсекаем одну часть и ждем появления гусей. Они должны пройти еще вперед. Ребята, вы смотрели у меня автобус, который появляется. Сейчас вы наблюдаете, как появляются гуси. Вот они, у них прогулка своего рода. Не очень стройно пока идут,